Hər vaxtınız xeyir. Efirdə müsahibə proqramıdır. Proqramımızın bugünkü qonağı Rusiyanın İtartas İnformasiya Agentliyinin Xarici Siyasət Şöbəsinin əməkdaşı və eyni zamanda Rusiya Dövlət Dumasının Milli Məsələlər üzrə Komitəsinin Ekspert Şurasının üzvü Səadət Qadırovadır. Müsahibimiz rus dilində olduğuna görə söhbəti rus dilində aparacağıq. Здравствуйте, Саадет ханым. Очень приятно вас приветствовать у нас в Азербайджане. Насколько я знаю, цель вашего приезда в Баку – это проведение тренингов для журналистов, которые освещают работу именно диаспоры, то есть пишут на диаспорскую тему. Поэтому хотел бы первый вопрос задать именно в связи с этим и спросить у вас, какие ваши впечатления вот от вашей встречи с азербайджанскими журналистами? Да, совершенно верно. Я приехала сюда по приглашению комитета по делам диаспоры для того, чтобы провести тренинг. Он был в этот раз однодневный, но поскольку это имело большой успех, и, в общем, я так думаю, что будет у нас такая возможность продолжить эти тренинги. Я думаю, что в будущем мы сделаем еще серию таких. Впечатления у меня, честно говоря, неоднозначные, и, собственно, я с этим сюда ехала, я понимала, что публика азербайджанских журналистов несколько отличается от тех, например, в котором я привыкла в Москве, в России и даже за рубежом. Ну, не могу сказать, что впечатления плохие, скорее хорошие, хотя у меня, конечно, есть ряд моментов и вопросов, которые мне казалось бы, что мы могли бы обсуждать в более, ну скажем, коллегиально дружественной среде. Но хочу сказать, что мне очень понравилось и что я очень так для себя отметила, это то, что, конечно, высокий интерес, высокая степень интереса к тому, о чем я говорила. Я поняла, что не хватает журналистам вот этого откровенного разговора и общения. Некоторые не скрывали того, что им не хватает навыков, механизмов, техники, о которой я рассказывала. Ну, разная публика бывает. Есть люди, которые, например, считают, что изначально они все знают, и они, в общем, в принципе, да, приходят послушать не для того, чтобы чему-то научиться, а для того, чтобы покритиковать. Но мы знаем, что критиковать всегда легче, чем что-то сделать. Профессионализм человека, который ведет тренинги или там мастер-классы, или вообще, в принципе, общается на большую аудиторию, заключается, по-моему, как раз в том, чтобы уметь держать эту аудиторию и уметь, в принципе, наладить такой интерактивный метод общения для того, чтобы залу было интересно то, что ты говоришь. И более того, самая, мне кажется, высшая степень профессионализма заключается как раз в том, чтобы унять вот тех людей, которые приходят изначально, чтобы, скажем так, сорвать урок. Насколько я знаю, были вручены сертификаты вот слушателям, да, вот участникам тренинга. Как вы считаете, вообще, вот как лучше построить работу с журналистами именно вот относительно диаспорской сферы? Вы знаете, я вообще считаю, что любую работу, любой переговорный процесс, любой диалог, любое выступление, если это тет-а-тет диалог или выступление на публике, всегда нужно строить, учитывая самый главный принцип – это искренность. Мне кажется, что когда происходит искренний разговор, когда люди действительно происходит обмен опыта, когда люди действительно общаются друг с другом о наболевшем, когда, вот я, например, не пыталась придать пафоса, я не пыталась что-то скрыть, какие-то проблемы, я не пыталась кого-то превознести, кого-то принизить, я попыталась говорить о том, что действительно является проблемой, то, о чем я много лет пишу, то, что действительно вот красной нитью проходит через всю мою деятельность, и о проблемах, и о том, что действительно делается. Понимаете, ну, говорить только о проблемах нельзя, потому что действительно не учитывать то, что делается, ну, было бы, наверное, неправильно, непрофессионально. Говорить только о том, что все хорошо, вы сами понимаете, что это, в общем, тоже неэффективный метод. Мне кажется, в этом смысле должен быть какой-то баланс, и я попыталась этот баланс соблюсти, то есть я попыталась рассказать, опять же, о том, что я знаю. Я им попыталась рассказать о том, как правильно строится интервью, как его делают, как готовиться к интервью, как нужно, вплоть до таких мелких деталей, как правильно пожимать руку и как нужно выстраивать интервью. То есть, понимаете, казалось бы, это все мелочи, но Бог в мелочах. Все строится на мелочах, и иногда, вы сами знаете, да, все может прекрасно быть, но какая-то одна маленькая вот деталь, мелочь может навсегда вас в общем, в черный список внести, и вам никогда больше никто не даст интервью. И наоборот. Бывает, что вроде вот человек как бы ничего, собственно, не делает, но бывает какая-то очень важная деталь, которую он делает и выполняет с блеском, и после этого, в общем, конечно, он всегда в почете, да?
То есть детали — это очень важно, я всегда обращаю внимание на детали. Поэтому, когда рассказываешь, людям, может быть, и кажется, что, ну, в общем, мы и так все это сами знаем, и как нужно одеваться, и как нужно сидеть, и так далее. Но для того, чтобы в голове создалась какая-то определенная система, чтобы человек до автоматизма довел вот те ситуации и отыгрывал те позиции для того, чтобы провести успешное интервью, переговоры и просто суметь расположить к себе человека, это, конечно, к этому нужно учиться. Как вы оцениваете, насколько объективно освещается именно вот жизнь, их деятельность азербайджанцев в России, в российских СМИ? Вы знаете, я бы не ставила такой вопрос, насколько объективно освещается, потому что мне кажется, что, ну, что значит освещается? Если мы, как журналисты, знаем, если есть информационный повод достойный, то он никогда мимо журналистов не пройдет. Ну, такого просто не бывает. Мы живем не в Советском Союзе уже давно, да, и, в общем, запрета на повседневную жизнь нету. И поэтому, если действительно происходят какие-то информационно значимые мероприятия, они, как правило, освещаются и очень даже неплохо, и широко освещаются, и так далее. Другое дело, что, конечно, помимо информационных поводов, существует много разных вещей присутствия в СМИ. То есть информационное пространство как таковое. И здесь, конечно, в этом смысле азербайджанцы очень отстают и очень хромают. Здесь, в общем, как бы я никому Америку не открыла, все прекрасно это понимают, что лиц азербайджанской национальности на телевидении, ну, практически можно сказать, что нет. То есть есть пару-тройку фамилий. Более того, я должна сказать, что если даже эти люди и существуют, они на телевидении присутствуют не с той миссией для того, чтобы в информационном поле преобладала позитивизация имиджа Азербайджана или азербайджанцев. Как раз это, я считаю, вот, конечно, наша ахиллесова пята, но это такая тема, над которой надо работать. Вот в одном из ваших выступлений вы также говорили, естественно, что о том, что о необходимости формирования именно лобби в сфере средств массовой информации, в том числе. Да. Как вы думаете, вот, что необходимо для этого? Вы знаете, уже говорено, переговорено на эту тему очень много, и должна сказать, что, понимаете как, ну, наверное, это не очень корректно говорить лобби в информационной сфере, потому что все-таки журналистика, если мы о журналистике говорим, да, это объективная сфера. Журналист — это человек, это не пиарщик, это человек, который не должен продать, он должен просто объективно передать то, что он видит. Он не должен формировать и навязывать мнение, он должен передать и сделать, дать возможность людям сформировать собственное мнение на основе того, что он передал. Если говорить не о журналистике, а вообще об информационной среде, как о пиар среде, да, потому что сейчас все-таки маркетинг и пиар в этом смысле преобладает, то, конечно, в определенной степени лоббизм должен присутствовать. Он должен присутствовать на всех уровнях, начиная от, там, я не знаю, позитивных статей, аналитических, заканчивая интервью просто известными азербайджанцами, чтобы они присутствовали просто как эксперты, потому что, ну вот посмотрите, да, у нас даже экспертного сообщества азербайджанского в принципе в России нет. По большому счету. То есть, если происходят какие-то, даже я уж не говорю на мировом уровне события, но, например, события на уровне России, ну, вы много экспертов видели, которые бы комментировали эти события на федеральных каналах, которые были бы азербайджанцами? Почти нет. А если уж мы говорим о ситуации, когда что-то происходит вот, в регионе, я имею в виду Грузия, Армения, Азербайджан, то, как правило, вы сами знаете, да, кто превалирует в информационном пространстве. Но это не азербайджанцы. А вот почему я задал этот вопрос? Вот хотелось бы узнать вот причины, да, того, почему азербайджанцы, хотя их огромное количество азербайджанцев проживает в России, да, так неактивны именно вот в общественно-политической жизни. И не только в средствах массовой информации. Например, если в случае с Францией мы можем утверждать, что там не одно поколение армян родились и выросли во Франции, да, и поэтому они очень хорошо ассимилировались во французское общество, и потому у них есть очень много связей и так далее. Да? А вот в случае с Россией, в принципе, азербайджанцев там огромное количество, как я уже отметил, финансовых ресурсов у них достаточно. Но все-таки в общественно-политических жизнях они, можно сказать, как вы отметили, сейчас. Ну, здесь вопрос абсолютный, как мне кажется, в вот такой, наверное, коллективной ментальности, если можно так назвать. То есть, к сожалению, большинство, я не могу сказать за всех, потому что азербайджанцы очень разные и очень по-разному себя ведут. Да? То есть невозможно так про всех говорить огульно. Конечно, есть люди, которые действительно всю свою жизнь посвящают тому, что они участвуют в общественно-политической жизни, и они борются за
за то, чтобы вот так или иначе изменить ситуацию. Ну, мы не та нация, которая, собственно, изначально заточена, скажем так, да, как сейчас модно говорить, на то, чтобы присутствовать в информационном пространстве или присутствовать в экспертном сообществе, или чтобы, ну, говоря простым языком, мы не сплоченные, то есть у нас нет вот этого чувства плеча, которое, например, есть у еврейской диаспоры, у армянской диаспоры, у турецкой диаспоры, да, у которой нам тоже можно было бы поучиться. У нас этого нет, понимаете? И даже я говорю, вот если там для евреев Холокост стало осью сплочения, да, такого всемирного еврейства, да, а для армян, например, так называемый геноцид армян, то у нас почему-то даже потеря Карабаха и 7 районов Азербайджана не смогла вот нас объединить вокруг этого и сплотить вот до такой степени, чтобы мы действительно чувствовали плечо. С другой стороны, опять же, я хочу отметить, что, конечно, в этом направлении работа ведется, и действительно изо дня в день ситуация меняется. Но поймите, когда посадишь дерево, нужно подождать, пока оно вырастет. То есть очень сложно сразу делать какие-то выводы. Да? Я согласна с тем, что мы могли бы быстрее это все делать, учитывая наши ресурсы и возможности. Я согласна с тем, что мы могли бы динамичнее это все делать. Но с другой стороны, я вижу, что работа ведется, например, ну, очень много сейчас масштабных международных проектов, да, проводится даже на государственном уровне. И я вам могу сказать, что это, конечно, самый лучший пиар для страны. Если там какие-то 10 лет еще вообще в Европе никто не знал, что такое Азербайджан и где он на карте, то сейчас, естественно, после Евровидения, после ряда мероприятий, там, связанных со спортом и с культурой, естественно, совершенно другое уже отношение и понимание. Что касается России, то, конечно, между Россией и Азербайджаном разные были времена, мы все об этом знаем, но в большей степени все-таки позитивная динамика, хорошие взаимоотношения. И я не могу сказать, что нас не любят в России, это не так. То есть, конечно, опять же, очень легко пенять на других и всегда все сваливать на то, что плохая ситуация и так далее, да, самим ничего не делать. Ну вот я, например, пример того, что это все-то возможно. Все-таки, значит, азербайджанцы могут, просто, может быть, нам нужно втройне прикладывать силы, чтобы доказать, что мы из себя что-то представляем. Может быть, к нам не так, в общем, изначально нет такого высокого доверия, как кому-то еще, я не знаю, я не пыталась даже такие анализы проводить, но все-таки есть масса примеров азербайджанцев успешных, которые вы сами начали с того, что они занимают и посты, и у них есть финансы и так далее. То есть, видимо, все-таки человеческий фактор и человеческий материал вот в этом смысле, он тоже имеет какое-то значение. Садыхан, в принципе, на сегодняшний день в мире действует около 450 азербайджанских диаспорных организаций. Десятки организаций, азербайджанских организаций действуют и в России. У большинства этих организаций есть свои средства массовой информации, информационные сайты или просто сайты, на которых, естественно, о деятельности и жизни азербайджанцев, проживающих в этой, в какой-либо, в той или иной стране, там идут и печатаются и материалы, и статьи и так далее. Вот насколько вы считаете, насколько это эффективно? То есть понятно, что с одной стороны, допустим, газету, которая издавала или издает, если не ошибаюсь, до сих пор Всероссийский Азербайджанский конгресс, я так думаю, что эту газету читает определенное узкое количество, да, людей, то есть малое количество людей читают эту газету. Другое дело, совсем другое дело, если эти ресурсы направить, допустим, на издание, на публикацию какой-либо одной газеты в общероссийских масштабах. Вы знаете, я вас поняла, но я вам хочу сказать, что одно другому не мешает на самом деле. И такая газета нужна, но нужно и то, о чем вы говорите. То есть газета нужна и для определенного круга азербайджанцев, которые не ассоциируют себя с Россией, приезжают в Азербайджан и остаются в Азербайджане всегда диаспорой, даже если живут много лет. Даже если там семьи завозят и так далее, они все равно не интегрируются, не ассимилируются, и они остаются азербайджанцами вот в том понимании, в котором мы привыкли воспринимать азербайджанцев. Для них нужны определенные тоже, да, средства массовой информации. Это одна часть. И, конечно, естественно, нужно развивать уже другой уровень, потому что те времена, когда мы работали только, именно диаспорские организации работали только на диаспору, они, конечно, уже отходят. Сейчас нужно уже начинать работу на более высоком уровне, на федеральном уровне, с масштабными средствами массовой информации, с федеральными, как вы говорите, да, СМИ, каналами, газетами
и так далее. Но если вы говорите о ресурсах, я вам честно скажу, просто вы, может быть, реалии не очень знаете, но это несопоставимые ресурсы выпустить газету ВАК или например, там, федерального уровня, на федерального уровня там, газету или канал направить свои ресурсы. Это, конечно, не то что в разы, это в 100 раз дороже, и там совершенно, конечно, другие масштабы. То есть вместо того, чтобы, скажем так, дороже что? Я имел в виду не издание целой газеты, да, допустим, публикация какой-либо статьи в какой-либо из, скажем так, да, всероссийское какое-нибудь издание, какой-нибудь статьи, больше эффекта, наверное, будет. Вы поймите одну вещь, что одной статьей и одним сюжетом уже ничего не изменишь. Уже мир глобален настолько, интернет, телевидение и так далее, все так динамично. Новость, которая полминуты назад была произнесена каким-то из информационных агентств, она через полминуты, через минуту уже новостью не является, понимаете? Поэтому говорить о том, что вот да, мы там где-то лучше что-то опубликуем, одна, две, ну то есть ситуативная и точечная работа, она не дает эффекта уже сейчас. Уже время такое, когда нужен более серьезный охват, и охват такой, когда это будет на постоянной основе происходить. Но я вам не хочу сейчас конкретные имена произносить, да, здесь, но вы прекрасно знаете, есть ряд федеральных каналов российских, на которых работают определенные люди, которые, в общем, под своими фамилиями, своими именами и с утра до вечера, в общем, вещают с федеральных экранов, да, и, в общем, таким образом, так или иначе, косвенно лоббируют интересы своей страны, или, если даже не страны, то диаспоры, которая проживает в России, да, вот об этом я говорю, то есть сейчас время такое, когда нужно не просто публикацию делать, не просто передачу, когда нужно свои каналы уже создавать, свое радио, свое телевидение. Как вы относитесь к утверждениям о том, что в последнее время отношения между Российской Федерацией и Азербайджаном ухудшились? Согласны ли вы с этим? Нет, я не согласна с этим. Я считаю, что вообще такие утверждения, особенно с нашей стороны, еще больше ухудшают ситуацию. Я бы не стала вообще декларировать таких в общем, вещей и таких слов, потому что я считаю, что взаимоотношения у нас хорошие между нашими странами. Ну, понимаете как? Ну, всякое бывает, да, между даже самыми дружественными странами иногда наступает какой-то момент, может быть, когда где-то что-то не могли договориться. Я даже не очень понимаю, о чем идет речь. То есть вы не первый задаете этот вопрос, но конкретно, если вы знаете, в чем причина, после какого момента вдруг стало считаться, что у нас ухудшаются отношения. Я, например, такого момента... Одни утверждают, что это после того, как Азербайджан и Россия не договорились по поводу аренды Габалинской РНС. Да. Другие считают, что Азербайджан не хочет вступать вот в союзы, предлагаемые Россией. Ну, вы знаете, мне кажется, что это не настолько масштабные вещи, чтобы ухудшали взаимоотношения. Я считаю, что, ну, может быть, какое-то временное... Не то, что... Вы знаете, когда вы вот дружите с кем-то, и, ну, бывает такое, что вы просто долго не звоните друг другу, это не означает, что у вас ухудшились взаимоотношения. Понимаете, ну, мне кажется, нет совершенно резона вообще паниковать по этому поводу. Ясно. Садхан, вы вот следуете и постоянно... скажем так, наблюдаете за процессами в азербайджанской диаспоре, происходящей в азербайджанской диаспоре в России. Вот, хотелось бы узнать ваше мнение по поводу создания Союза азербайджанской организации России. И учитывая наличие Всероссийского азербайджанского конгресса, создание вот второй подобной диаспорской организации, как вы считаете, насколько это будет эффективно для формирование и укрепление азербайджанской диаспоры России? Сложно мне сказать, насколько это будет эффективно, потому что пока они не проработали и не работают, тяжело, да, судить о том, эффективно это или нет. Но я могу сказать, что, если честно, я вообще не очень-то понимаю, зачем это все происходит. То есть я не считаю, что это не надо этого делать, я не считаю, что обязательно нужно. Я пока для себя не сформулировала вообще, что за этим стоит, что, к чему это приведет в итоге. Вы знаете, с одной стороны, чем больше организаций, тем лучше. С другой стороны, зачем плодить много организаций, когда можно сконцентрироваться. То есть здесь, понимаете, очень сложно сейчас какие-то прогнозы давать, потому что, ну, действительно, это очень такая ситуация неоднозначная, на мой взгляд. И в конце хотелось бы спросить, узнать ваше мнение по поводу того, как вы считаете, какие необходимо предпринять шаги, чтобы вот действительно вот в этом направлении, то есть в направлении построения вот эффективной диаспоры азербайджанской, были предприняты эффективные шаги, чтобы действительно азербайджанская диаспора более, скажем так, окрепла и укрепилась. Ну, вообще, честно говоря, укреплять не надо, она прекрасно себя чувствует. Азербайджанская диаспора заняла свое место уже прочное достаточно в Российской Федерации, в российском обществе, это факт.
ну, как бы, как к ней относиться, это уже другой разговор, и вот поменять ее имидж, да, потому что определенный бренд уже есть, да, хороший, плохой, это уже как бы вопрос не к нам. А, вот всегда, знаете, ребрендинг делать намного сложнее, чем создавать бренд с нуля, да, то есть если бы это нужно было бы сейчас, вы мне сказали бы, вот ничего нет, чистый лист, как надо делать, я бы вам рассказала. Но сейчас сложнее, потому что приходится, в общем, переформатировать немножечко ситуацию. Что нужно сделать? Ну, я уже сказала, что изобретать велосипед здесь не надо, просто есть определенные механизмы и технологии, которые используются во всем мире. Эти механизмы известны, да, то есть это не, разговор не на 5 минут, это надо просто отдельно целую систему и стратегию разрабатывать, но мне кажется, что просто в этом направлении надо работать. Если в этом направлении начнется работа, то все будет нормально. Спасибо, Саадат ханым, за интервью, благодарим вас. Вам спасибо. Hörmətli tamaşaçılar, müsahibə proqramı başa çatdı. Bir də xatırladım ki, proqramın qonağı İtartas İnformasiya Agentliyinin Xarici Siyasət Şöbəsinin əməkdaşı, Rusiya Dövlət Dumasının Millətlərlə Bağlı Komitənin Ekspert Şurasının üzvü Səadət Qadırova idi. Sağ olun, salamat qalın.